Я не понимаю, зачем Матриа Артиса вызвала сюда этих провожатых противных карточек. Получается, что мы должны забыть про то, что нам сделал. Элой, становись вон туда, дитя. В честь Раста. За все, что он для меня сделал. Вон Оля. У меня есть к нему вопросы. Знаешь мое имя? А, Рен сказал. Объясни, почему ты так странно себя вел? Это все праздник. Не люблю шумные сборища. Пойду лучше прилягу. Отвечай на мои вопросы. Ладно, не кипятись ты. Мне скрывать нечего. Что ты здесь делаешь? Зачем пришел к Нора? Эренду нужен был разведчик, а заодно собутыльник. Вот и все. Чтобы наш жрец не потерялся. Когда все кончится, снова займусь своими руинами. Буду шарить там детали и продавать свои находки. Ты исследователь? Я обычный человек. Всем надо как-то кормиться. Я вот состою на службе при королевском дворе. И все. Впервые встречаю кого-то с визором. Где ты его нашел? В руинах, к северу от жилы. Так мы называем земли озером. Их земли просто набиты железом. Стальные гиганты, погребенные в рыхлой почве. Пещеры, которые предтечи пробили в скалах. Заманчиво? Я нашла свой визор в такой же пещере. В руинах предтеч. Раз сама шаришься, и так все знаешь. Там и ищи свои ответы. Я при чем? Когда мы говорили, ты вздрогнул, как будто от боли. Или от страха. Визор что-то показал? Ничего он не показывал, я же сказал. Просто сбой. Часто случается. Ты не умеешь врать. А ты всех подряд обвиняешь во вранье? Лишь тех, кто не говорит правду. Гнев и пламя. Я человек простой, мне скрывать нечего. Не веришь мне? Твои проблемы, не мои. Когда мы говорили, ты... Ничего он не... Я не понимаю. Мы столько можем обсудить, а ты спешишь от меня отвязаться. Я просто не хочу тратить на тебя время. Друзей мне хватает. Я привыкла, что меня сторонятся. Думала, ты не такой. Ничего личного. Правда. Ты иди. Наслаждайся праздником. Завтра большой день. Не трать свое время впустую. В этом году слишком много нежности и слишком мало дорогого. Мне лично не мешает. Ты никакой от них теперь вредный.
священные земли. Не спать, изгои, пусть тебе приснится победа. Только во сне такое и может быть. А, так тут люди спят. А то при виде тебя подумала, тут выгребная яма. Ты? Тебя не должно здесь! Так-так. Смотрите, кого к нам занесло. Явилась безродная. Ха, у тебя до сих пор шрам от камня, который я в тебя кину. Хороший сувенир на память. Ну и погонью же ты бываешь, Баст. Завязывай. Мы видели, как ты болтаешь с чужаками. Неужели даже они не захотели тебя принять? Язык прикусила? Или просто не смеешь заговорить без моего разрешения? Смотрите-ка, даже хотела одеться, как Нора. Свинья в медвежьей шкуре. С тобой у нас дружбы не выйдет. Да никто не станет водить дружбу с изгоем. В сердце матери тебе делать нечего. А уж на инициации тем более. Только победа будет за мной. Я всю жизнь к этому готовился. Если я тебе проиграю, добровольно уйду в изгнание. Я бы не советовала. Ты там долго не протянешь. Я помню день, когда подарил тебе этот шрам. Так это было приятно. Тебе повезло. Если бы Раст мне тогда не помешал, ты бы остался без глаза. Но вот об этом ты наверняка никому не рассказываешь. Я наградил тебя позорным клеймом. Ты только сделал меня сильнее. Подожди, сам увидишь. Ну да, скучно с тобой. Все, Баст пошел спать. Это я тебя завтра удивлю, дикарка. Не ты. О, ты заткнешься? Вот бы удивил. Хорошо, ты ему выдала. Теперь он заткнется, по крайней мере, до утра. Кажется, мы не знакомы. Я Элой. Да я знаю, кто ты. Соперница. Остальные-то, конечно, пройдут. Ну, как-то. Но победить можем только Баст, ты и я. Вала. Приятно познакомиться. И да, я намерена победить. Никогда не празднуй победу раньше времени, дитя. Мать всегда так говорит. А теперь ты извини, я ложусь спать. Надо же все-таки набраться сил, чтобы завтра тебя уделать. Твоя койка вон та. Ясно. Спасибо. Как тебе в сердце матери? Довольна? Впервые спишь в доме Нора, тут все под одной крышей. В целом, довольно мило. Тут хорошо, когда ты своя. В том-то и дело. Тебе здесь найдется место, правда. Отдыхай.
Воины, приготовьтесь! Что мне сделать, чтобы от тебя избавиться? Разбился твой трофей, изгой! Придется раздобыть новый! Последнее. Можешь уже не спешить. Победит Баст или Вала, но воином ты станешь, если дойдешь. О, стой! Это старая тропа. Двое недавно погибли. Там опасно. Все же лучше быть последней, чем мертвой. Воу-воу-воу-воу! Ты что, чокнутая? Убьешься ведь! И дальше не будет легче! Это же верная смерть! Назад пути нет! Остановись! Вон они! Надо нет. Догонять! Лезай обратно наверх! Что ведешь? Ба, это не Вала! Ну давай! Быстрее, шевелись! Я готовилась.
к этому с самого детства. Их учила племя, а меня учила жизнь. Давай, покажи, покажи им всем. Давай, давай, ты сможешь. Она не победила! Она жульничала! Изгой стал победителем? Нет. Она не изгой, а воин. Ты смогла? Как и вы все. Осталось возложить трофеи на алтарь. Но Элой, прежде изгнанная, а теперь воин, стала среди вас первой. Элой, бегом! Ведите огонь, пока наши не подойдут. Надо уходить. Там выход. Но под огнем не добраться. Мертвые не стреляют. Отвлеки их, а я подберусь. Баст! Баст! Ты с нами? Я с вами! Пошли! Давай! Их много! Нам конец! Убейте всех, чтоб никакой им пощады! Кому-то из нас не повезло. О нет, берегитесь! Их все больше! Сколько их? Давайте, спускайтесь, пока можно. Thank you.
Обрати свой лик к солнцу, дитя. Сожгите все, исполните долг. Повинуюсь. Элой. Она умирает. Туда нельзя! Это кощунство! Она должна быть рядом с матерью. Выбраться. Где мой визор? Нет. Раст меня спас. Наверное, меня нашли и перевязали раны. Но почему тут никого нет? Где я? Моя одежда. Хорошо. Но где мой визор? А, вот он. Что?
Я внутри священной горы, но сюда же пускают только матриархов. Я не вижу тут своего лука и поврежденного визора, который сняла с того убийцы. Где они? Надо еще поискать. Здесь я его не найду. Мне пора идти. Я поймала какой-то сигнал. Похоже на те руины, куда я свалилась. Вот он! И остальные мои вещи. Наверное, поврежденный визор. Тот, что я сняла с убийцы. Он где-то рядом. Приостановить раскопки и проследовать к цели. Избегайте контактов с дикарями Нора. Если вас заметят, убейте свидетелей. Вот изображение цели. Не подведите. Какой цели? С чего ты взял, что я боюсь? Через визор Ролина. Как это возможно? Тогда быстрее. Я иду. Проводится опознание. Слушать теперь надо не Теда, а меня. Это ясно? А это откуда? И кто? Скорее, идем со мной. Куда? Туда, где ты родилась, Элой. Хотите сказать, я родилась здесь, внутри горы? Проще будет показать. Чем я здесь? Мы думали, ты умираешь. Умереть возле матери – великая милость. Лензера была, конечно, против, но Джеза меня поддержал. Моя мать здесь? Я ее увижу? Мне трудно объяснить. Просто идем со мной.
она мать, как я, только с короткими волосами? Нет, ты заблуждаешься. Тебя родила не женщина, Элой. Твоя мать сама гора. Я... Что? О чем вы говорите? Идем. Что это за место? Великий зал. Здесь мать сразила железного беса и родила тебя. Элой, побоище на инициации стало лишь первым несчастьем. Воины, которые пошли за убийцами, попали в засаду и в плен. Какая связь с тем, где я родилась? Я надеюсь, прямая. Здесь мы тебя нашли. Мы услышали плач, пришли, а ты лежишь. Я лежала здесь? Да. То есть я родилась за дверью? Именно в это я всегда и верила, что ты явилась из утробы горы, что ты дар от богини-матери. Но другие, как Лензра, считали, что ты порождение темных сил. Не дар, а проклятие. Но... Это не богиня. Элой! Это дверь. За ней есть люди? Моя мать? Проводится опознание. Глаз богини. Ошибка. Альфа-реестр поврежден. Невозможно подтвердить личность. Нет. В доступе отказано. Нет! Нет! Пожалуйста. Тобой говорила богиня. Она тебя знает. Вы не слушали? Она меня не узнала. Это из-за порчи. Богиня мне так сказала. Если ты снимешь эту порчу, она сможет тебя разглядеть. И как мне это сделать? У тебя были видения. Женщины с короткими волосами. Меня хотели убить из-за сходства с ней. Их сила слишком велика, но, может, есть другой след? Олин, это один из чужаков на церемонии. Убийцы увидели меня его глазами. Он из Меридиана. Тебе надо покинуть священную землю. Я всю жизнь была в изгнании. Мне не привыкать. Есть другой путь. Идем. Сейчас увидишь. Говорите, племя на грани замирания? Что случилось? После побоища на инициации мы отправили за убийцами войско.
Вернулось меньше половины. И как же так вышло? Убийцы были не одни. Они как-то подчинили себя машине, извратили их, свели их с ума. Так убийцы сбежали? Да. И теперь мои сестры согласны лишь петь песни искупления и молить Великую Мать о милости. Вместо того, чтобы самим искать спасение. А вы что предлагаете? Это и предлагаю. Показать тебе, где ты родилась, и отпустить тебя в путь, чтобы ты исполнила свое предназначение. Нас ждут высшие матриархи. Я сама с ними поговорю. Она знает? Знает. Я показала. Сестры, богиня говорила с Элой. Она велела ей снять порчу. Но как она это сделает? Ей придется отправиться в странствие. Искатель? Так сказала богиня, значит, так надо. Избрать искателем — это отродье! Сестра! Не спорь, Лензра! Хоть сейчас! Это будет ваш грех, не мой. Отправьте ее на поиски и пусть не возвращается! Элой, священной милостью богини, мы провозглашаем тебя искателем племени Нора. Теперь ничто не помешает тебе исполнить свой долг. Да хранит и оберегает тебя Великая Мать. В добрый путь. Подготовлю все для песнопения. Мы надеемся на тебя. А что значит искатель? Это ты, а это твоя метка. Высшие матриархи в час нужды могут избрать искателя, достойного воина, который отправится на великий подвиг. И не важно, как далеко ему придется уйти. Даже за пределы священной земли? Да. И ты сможешь вернуться, достигнув цели. Или когда будет нужно. Столько людей пострадало. Может, я могу чем-то помочь? Сейчас главное — исполнить то, что предначертано тебе Великой Матерью. Я понятия не имею, что мне предначертано. Так выясни это. Впрочем, если ты чувствуешь, Элой, что часть твоей задачи – помочь племени, так и поступи. В объятиях найдется много людей, кому нужна помощь. А были еще искатели? Были, но немного. И большинство из них так и не вернулись назад. Раст был искателем? Нет, не искателем. Что вы от меня скрываете? Сейчас не время, Элой. Может, в другой раз. Что вы сделали с телом Раста? К несчастью, от него мало что осталось. Но что нашли, мы похоронили там, где он тебя вырастил. И цветы посадили. Спасибо. Так племя отправило воинов на поиски убийц. Да. Но их ожидала засада. Немногие спаслись. Почти все они ранены. Где убийцы, знаете? Нет. Но спроси Варла. Это воин, который охранял врата объятий. Он вырвался из засады. Он может знать. Я могу идти, куда хочу? Без ограничений? Даже в запретные места, в грязные земли, укрытые от взора богини, или руины Железного мира. Ясно. Почему земли, куда не ходит Нора, зовут
грязными. Это не ясно? Наша земля священна. Мы живем под присмотром великой богини, матери всего сущего. А за пределами лежит грешная земля или земля падших. Вот почему нам запрещено уходить отсюда. Но благословение Искателя тебя защитит. Почему нельзя ходить к руинам Железного мира? Это скверные места, Элой. Страшные, грешные. Как и дети железа, их построившие. Когда они восстали против Великой Матери, ее гнев снес их города, но не смыл их греха. Над руинами витает их древняя злоба, пятная всякого, кто дерзнет туда войти. Но я была в таком месте. Внутри оно почти такое же, как гора. Не может быть. Может. Но мне просто не дано этого понять. Надеюсь, ты сумеешь познать истину. Наверное, мне пора. Отсюда отправляйся к вратам объятий. Поговори с Варлом. Он укажет путь до Меридиана. Если кто-то из Нора будет тебе мешать, дай им понять, что ты искатель. Хорошо. Спасибо, Тирса. Спасибо за все. Пусть хранит тебя Великая Мать, дитя. Люди Нора! Скоро мы начнем. Очистите сердца. Сегодня мы будем замаливать грехи, которыми навлекли на себя эту беду. Когда раздадутся голоса матриархов, мы примкнем к ним в песне. Вон та девчонка. Она все-таки выжила. Она многих спасла. Повезло нам с ней. Хвала Великой Матери! Ты жива! Ходили слухи, но не знал, можно ли им верить, пока не увидел. Так рад, что ты жива. А какие слухи ходили? Что тебя ранили, и ты при смерти. А потом высший матриарх Тирса настояла, чтобы тебя отнесли исцеляться в гору Великой Матери. Сколько было шуму. Туда ведь никому нельзя, кроме матриархов. Но ты заслужила честь. Выжившие рассказали всем, как ты за них сражалась. Там я не одна сражалась. Да. Они рассказали про Баста с Валом. Да. И Раст, кто меня вырастил. Он спасал меня и погиб. О нем вроде бы не говорили, но я его помню. Он был с тобой, когда ты меня спасла. Я помню, он тогда заслонил тебя, когда мой отец стал кричать. Ведь его смерть не была напрасна, Элой. Он спас тебе жизнь.
Мне надо за врата. Ты хоть представляешь себе, насколько там опасно? Мне нужно пройти. Тогда обратись к Рэшу, он на стене. Это наш новый вождь. Но я не уверен, что он поможет. Чем объятия так опасны? Убийцы еще там? Нет. Давно ушли. За ними отправилось войско, но угодило в западню. У них какая-то власть над машинами, как зараза, которая заставляет повиноваться. И эти их машины теперь рыщут в объятиях? Да, они там есть. А за пределами дела обстоят гораздо хуже. Поверь мне, сейчас не время для путешествий. Почему Рэш не поможет? Ну, он говорит всякое про тебя. Что я безродная шваль и изгой? В таком духе? Да. Я не рад, что его выбрали вождем, но Сона не вернулась из похода. Говорят, что она пошла по следу убийц одна. Кто это Сона? Сона была вождем, но после сражения она пропала. Ты не видела ее в сердце матери? Высокая, худая, темнокожая, с белыми волосами. Ее дочь проходила инициацию и погибла. Вала ее дочь? Да, была. Хорошая. Это точно. Почему у тебя лук и копье, Тэп? Ты же швец, а не воин. Наши воины все мертвы или ранены, Элой. Кто-то должен стоять в дозоре матери. Вот я и вызвался. Ничего, справлюсь. Мне главное, чтобы не пришлось идти по пути испытаний. Мне пора идти, Тэп. Храни тебя, богиня. Девчонка изгой идет. Не пусти-ка. Говори, я слушаю. Говорят, по объятиям бродит демон. Черная тварь касанием сводит машины с ума. Откуда он взялся? Прорвался сквозь врата объятий. Кто сказал? Варл и его стражи пытались его задержать, но демон силен и проворен. Чему вообще защищать те врата? Оборону надо укреплять здесь, в дозоре матери. 8 групп прибыли из сердца, чтобы спеть песнь искупления. Остальные в пути. Хорошо. Все истинные Нора примкнут к песнопению. Она еще здесь. Мне плевать. Откройте врата. С какой стати я должен слушаться всяких изгоев? И я тебя вспомнила. Баст разбил мой трофей. Ты промолчал. Поносишь покойного? Как только тебе не совестно. Хотела тебе глаз прострелить. Ты угрожаешь мне при свидетелях? Когда высшие матриархи об этом узнают, тебя снова изгонят из племени. Меня выбрали искателем. Открывайте! Тебя? Искателем? Тирса и Джеза ополоумели? Сперва допустили безродную до святого обряда, а потом даже притащили внутрь священной горы. Они навлекли на нас проклятие, и теперь наши дети в каменных курганах. У тебя что, сердца нет? Я сражалась рядом с ними, плечом к плечу, спина к спине, до самой смерти. Был бы среди них истинный Нора, всадил бы стрелу тебе в спину. Рэш, уймись. Молчать! Я ваш вождь. А я искатель воли высших матриархов. Открой врата, и я отсюда уйду. Чем быстрее ты уберешься, тем лучше. Что это?
Это великая мать! Что он с ними делает? Починяет их. Оружие! Что за беду ты нам приплатит, моя безродная? Убейте! Убейте всех! Воины, приготовьтесь! Сегодня мы сразимся с проклятием! С демоном! Великая мать, дай нам сил! Сейчас начнется. Но там... В атаку! Осторожно! Бегуны из пещей! Готов! Ну-ка. Ты их подчиняешь. Только как? Вот. Вот этой штукой. Она соединяется с визором. Так и я могу. Ну, попробуем. Если это прикрутить. Держится вроде. Проверим. Элой, как ты это сделала? Ты убила демона. Вырвала из него потроха. Я поняла, как он их себе подчиняет. Мне так кажется. Но нужно попробовать. Ну, на тропе, ведущей к вратам объятий, всегда много бегунов. Точно. Все равно я направляюсь к вратам. Мне надо найти Варла. Я всегда знал, что ты не такая, как все, но... Но что? Теперь, думаю, тебя послала богиня. Что бы Рэш ни болтал. Спасибо, Тэп. Мне пора в путь. Я знаю. Буду за тебя молиться. Воины! Нужно починить врата немедленно! Мне все равно, как вы это сделаете. Приступайте! Надо найти машину и опробовать на ней этот перехватчик.